Пробежаться по страницам биографии и строкам произведений великого классика Александра Сергеевича Грибоедова брещане могли, не заходя в читальный зал библиотеки. В каком-то смысле открытыми книгами стали учащиеся средней школы номер 11 города Бреста и участники творческого клуба «Светлояр». В Музее истории города они организовали литературную гостиную, которая перенесла всех собравшихся в золотой 19 век. Нет, для окопов всех отцы не знали места. Сражались, били, шли вперед. А впрочем, летописи Бреста пусть Кочановский разберет. Почему в Музее истории города? Потому что здесь собраны материалы по Грибоедову. Мы когда-то с детьми писали рефераты, дарили книги для музея. Когда-то консул генеральный Матковский Никита Николаевич привозил материалы, сюда торжественно вручал о дипломатической деятельности Грибоедова. То есть здесь в музее собран весь материал. 200 лет назад знаменитый русский драматург проходил службу в Брест-Литовске на протяжении 2 лет. Тогда, к слову, ему было 17. Грибоедов даже описывал Брест в своих произведениях. Об этом времени из биографии известного классика интересно и необычно рассказали в мини-представлении, а еще показали молодого Грибоедова, его окружение. Очень много наших детей живут на улице Грибоедова. И для нас это было очень важно и актуально рассказать им о этом художнике слова. И также рассказать, почему и как возникла в нашем городе эта улица. Кто дал ей такое название. Очень прониклись, потому что мы в первой четверти изучали творчество Грибоедова. Мы знакомились с его комедией «Горе от ума». А данная литературная гостиная, она более лирическая. Она знакомит именно с Грибоедовым как с лириком. То есть у нас здесь звучат его стихи, его музыка. Мы рассказываем о его любви. Мы репетировали много. Нам это очень понравилось. Мы думаем, что важно знать на историю своей улицы. Я решила выступить, так как мне очень нравится Грибоедов, а особенно его жена, которая даже после его смерти все равно была ему предана. Жизнь Грибоедова была короткой. Писатель умер в возрасте 34 лет. Но творчество автора «Горе от ума», кажется, будет жить вечно.